сегодняшнее состояние спортивного клуба ЦСКА ВЭС как-то удовлетворяет в рамки тех задач, которые стоят перед спортивными армейскими клубами? Ну, клуб объединяет сейчас более 5000 спортсменов. И практически на всех соревнованиях последних лет, которые проводились на уровне Олимпийского комитета, мировых, высокими, поэтому не может удовлетворять нас такое положение. Хотя, конечно, ситуация с финансированием оставляет желать лучшего. А вот по каким основным направлениям будет дальше развиваться спортивный клуб ВВС? Ну, в основном, конечно, те, которые сейчас существуют. Ну и, кроме того, военно-прикладные виды спорта. То, что спортивный клуб занимается детьми, работает с населением, это тоже одно из направлений клуба? В том числе и работа с населением, как вы сами понимаете, это одно из направлений военно-патриотического воспитания молодежи. Сейчас идет борьба, скажем так, за дворец спорта, за Самарский дворец спорта, который был сдан в аренду ЦСКА ВВС. Как вы думаете, как вы считаете, если вдруг ЦСКА ВВС окажется без своего спортивного сооружения, это как-то повлияет на работу клуба? Естественно, к сожалению, нам придется пересмотреть направление развития спортивных, ледовых особенно, спортом. И придется сократить количество спортсменов, команд. О чем мечтаете сейчас в день юбилея, когда речь идет о центральном клубе ВВС? Хочу, наверное, не только я, а все руководство военно-воздушных сил поддержать его на таком уровне, как сегодня, а в дальнейшем и развить до такой степени, чтобы военно-воздушные силы держали первые места. Все, спасибо. Пожалуйста. Отлично. Ленина день рождения, да? Кому?
ЛМТ от себя, да? Вот мне кажется, что роднит спортивную гимнастику и армию, это, наверное, то, что и там присутствует железная дисциплина. Дисциплина, характер, выносливость, любовь к стране, патриотизм. Но вообще я, конечно, хочу от себя, потом Алексей скажет от себя, поздравить всех с началом осени, с началом учебного года, с праздником ЦСКА ВВС. Для меня это очень большой праздник, так как уже столько лет я преданно служу этому клубу и радую его своими победами, своими достижениями, результатами. Взаимно он меня радует своими успехами в плане своего развития клуба. И хочу пожелать долголетия, успехов и, конечно, всем, кто работает в этом клубе, здоровья и счастья в семье. А вот то, что клуб находится в Самаре, вас это как-то не смущает? А не в Москве, например, и не в Питере? А почему? Мне очень нравится регион России. Может, пускай не столица, но регион России, я думаю, они более богаты талантами, потому что все сборные России разных видов спорта собираются из регионов. Макс! Вась. На, Макс, сними. Через силу, на. Алексей, как вам правильно обращаться к вам? Прапорщик Немов, полковник Немов? Кто можно просто хозяин. Воинское звание какое у вас? Майор. Майор? Да. А какой майор не мечтает стать генералом? Только Немов. Не мечтает. На самом деле я просто, действительно, я присоединяюсь к словам Света. То, что для нас ЦСКА это как дом родной. И для нас он очень много делает. И в материальном, и в моральном плане. И мы хотели бы пожелать, наверное, этому клубу дальнейшего процветания. Просто, Нет такого чувства в этот праздничный день, что армия действительно всех сильнее вот в наше неспокойное время? Вы знаете, пока армия с нами, я думаю, что можно спокойно отдыхать. Так когда станете генералом? Я думаю, что не скоро. Готовитесь к третьей Олимпиаде своей? Да, да, конечно. Готовимся и надеемся, что мы будем достойно выступать и представлять нашу страну и, во всяком случае, ЦСКА ВВС. Отлично. Спасибо. Нет проблем. Будьте лучшие, здоровы. Лучшие, как всегда лучшие.
ЦСКА ВВС – один из самых молодых спортивных армейских клубов, имеющий десятилетнюю славную историю. Директивой Генерального штаба Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств в апреле 1992 года в Приволжском военном округе начал формироваться центральный спорт. Базировался в городе Алма-Ата. Первыми прибывшими на Самарскую землю были футболистки под руководством заслуженного тренера России Александра Николаевича Соловьева. Это команда Наталья Филиппова в составе сборной команды России в 1999 году заняли пятое место на чемпионате мира. При продолжающемся взаимодействии с администрацией области нам удастся поддержать клуб на достигнутом уровне, а может быть в перспективе развить его еще больше. Большое вам спасибо, друзья мои. Главнокомандующий военно-воздушных сил просил меня передать вам... Товарищ генерал, разрешите? Спасибо. Уважаемые генералы, офицеры, солдаты и старшины, уважаемые спортсмены, дамы и господа, мне сегодня очень приятно присутствовать на празднике, юбилейном празднике десятилетия Центрального спортивного клуба военно-воздушных сил. Более 10 лет назад, в 92 году, прибыла делегация офицеров военно-воздушных сил, которые отвечали за спорт в армии, в авиации. Барановский, Леонтьев. Прекрасные люди, высокопорядочные люди, люди, на которых можно положиться. Они ничего не обещали, потому что случилась большая трагедия. Более года назад распалась великая держава, которую мы все с вами очень любили и любим. Но... Они прославляют великую страну, Россию. Они прославляют нас с вами. Они прославляют Самарскую губернию, Воронежскую область. Я очень рад, Светлана, что в Воронеже будет спортивная школа вашего имени, и вы там будете руководить. Мне это очень приятно. В Белгороде, да, извиняюсь. Физической культуры и спорта. Я считаю, что это высочайшее достижение для Самарской области. И за это спасибо командованию военно-воздушных сил России. Спасибо руководству ЦСКА ВВС. Я знаю, сколько много труда и усилий вы приложили, чтобы этот институт в рамках нашего педагогического университета был. И я очень рад, что знаменитый боксер сегодня возглавляет кафедру в этом институте. Наверное, нам всем надо так держать. Со сцены сказали, что Василий Шишков. И в армии, и на гражданке. Во славу великой страны, во славу моей родины, России. С праздником, дорогие друзья! Ну что ж, почетное слово принадлежит руководителю Департамента физической культуры и спорта администрации Самарской области Владимирской нашей республики. Праздник, друзья. От лица олимпийцев почетное слово принадлежит Валерию Тихоненко. Добрый день. Все дотянуться. Спасибо. Вы знаете, очень приятно
Не знаю, видеть, вот зашел в темный зал, но те аплодисменты, которые были, когда смотрел этот фильм, действительно это очень приятно. И если следующие 10 лет будет в 2 раза больше тех достижений, которые были названы здесь, я думаю, что и для Самары, и для России это будет большое достижение. Очень важно, что спорт – это большая политика, и спорт нужно развивать. Очень хорошо было сказано губернатором Самарской области о том, что нужно привлекать детей. И то, что делает ЦСКА ВВС, дай Бог, чтобы еще появились люди, чтобы делали то же самое, что и они. Удачи, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Честью несет ее. Дай Бог нам всем успехов в спорте, до высоких достижений, а вам счастья и удачи. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 10-летний юбилей замечательному клубу. Наверное, все-таки 10 лет – это небольшой срок, но за это время большому коллективу удалось сделать очень и очень много. Трудно, наверное, что-то добавить к тем добрым словам, которые сегодня прозвучали из уст нашего губернатора. Но мне бы от имени военного совета командования Уральской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны хотелось поздравить ветеранов, руководящий состав, тренерский состав, всех спортсменов с этим замечательным праздником. С нашими спортсменами занимаются заслуженные тренеры Советского Союза, Российской Федерации. И мне сегодня очень приятно, и для меня сегодня большая честь, всех вас поздравить от имени Самарской губернской думы с этим замечательным праздником. С праздником вас, дорогие друзья! И разрешите мне от имени Самарской губернской думы также выполнить приятную миссию и вручить награду. Я хочу вручить руководителю клуба Владимиру Анатольевичу Шляхтину вот этот подарок и цветы от Самарской губернской думы.
инструктора по спорту высшей квалификации, школы высшего спортивного мастерства, заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике Немова Алексея Юрьевича. Инструктора по спорту высшей квалификации школы высшего спортивного мастерства, заслуженного мастера спорта по фехтованию Захаревича Валерия Владимировича. Конечно. Это прекрасные спортивные базы. На них тренируются не только армейские спортсмены, тренируются дети. Тренируется Олимпийский резерв Российской Федерации. И я хочу сказать, что мы благодарны судьбе, что тогда они приехали не в Саратов, не в Пензу, не в Казань. Они приехали сюда, в Самару. Как-то это будет учитываться заслуги ЦСКА ВВС, когда будут распределяться деньги из бюджета? Да, это всегда учитывается. Мы работаем здесь вместе со штабом военно-воздушных сил Российской Федерации, вместе с командованием округа и стараемся на паритетных началах финансировать развитие спорта в Самарской области и в ЦСКА ВВС, поскольку эта задача важна для всех. И для гражданских властей, и для армейских властей. В армии должны прийти хорошо подготовленные спортивные воины. Но и нам тоже интересно, чтобы подрастающее поколение было волевым, сильным, моторным. Вот в этот юбилейный день, что бы вы пожелали всем работникам, атлетам ЦСКА ВВС? Победы. Только победы. Только стремление вперед. Вперед и вверх. А все остальное... Это уже почести, слава. Это потом. Сначала должна быть победа. Победа во всем.
Спасибо. Скажите откровенно, вот для вас было несколько неожиданно, что ЦСКА напоминает такого мощного спортивного спрута, который вот как бы соединил в себе и атлетов, и современные спортивные сооружения, и квалифицированные спортивные кадры. Вы абсолютно правы. Действительно, ЦСКА ВВС сегодня объединяет 50 видов спорта. Это вот именно та мощнейшая организация, которая сегодня представляет российский спорт. Но я думаю, здесь ничего неожиданного нет, в силу того, что все-таки ЦСКА ВВС представляет прежде всего вооруженные силы, военно-воздушные силы. А спорт, он, безусловно, способствует и боевой готовности, повышению боевой готовности, и мастерства. Тем более военно-воздушные силы – это профессиональные виды спорта, которые также влияют и на их профессиональное мастерство. Но что касается вот в целом, я бы так подчеркнул вот значимость именно нахождения этого клуба на нашей самарской земле, то я думаю, нам очень крупно повезло. Потому что сам факт нахождения этого клуба, вот та мощная база, которая за эти 10 лет была создана, материально-техническая база спорта, и вы видите, она сегодня развивается, и очень большие планы на дальнейшее развитие, безусловно, это все влияет на развитие как профессионального. Развитие детей и молодежи. Поэтому подчеркнуть и пожелать вот этому клубу дальнейшего процветания, дальнейших спортивных достижений мирового уровня, российского уровня, а это будет способствовать и будет примером для развития физкультуры и спорта для нашей молодежи, нашей Самарской области и пополнению рядов чемпионов.